Архангел Ханиил приглашает нас подняться в Арго. У него есть информация для жителей планеты Земля. Хорошо. Я прошу Архангела Ханиила показать нам дорогу. И на счет три, Вера, вместе поднимаемся к Архангелу Ханиилу. Один, два, три, в Арго. Пошел подъем. Ну, золотая дорога наверх идет, свет там золотым. Ощущение полета. Мы на месте. Мы приветствуем дорогого учителя Архангела Ханиила. Значит, он приветствует и говорит, что идите полетайте и напитайтесь этой энергией. Хорошо, Вера. Потом мы сможем спокойно поговорить. Хорошо, давай тогда покажешь мне эту беседку, наше место. И на счет три полетели. Описывай. Но здесь все так же. Большой купол с лестницами. Храм. Но я бы назвала это здание. И много маленьких беседах подобных. Только это храм, как ты говоришь, он закрыт. Купол закрыт. По бокам. Да. Нет, у него как стены есть с балконами. И рядом много разных маленьких как беседки, и они открыты. Колонны и сверху купол. Вот один из них наш. Тебя тянет туда, да? Да. Хорошо, полетели. Мы возле него. Значит, вот этот купол, он изогнут, и через него проходит чистая, светлая энергия абсолюта. Я их чувствую. Это наша беседка, и мы можем сюда в любое время прилетать. Такое ощущение, что растворяюсь. Количество энергии дается ровно столько, сколько нужно, чтобы эмоции не переходили определенного уровня. Вот это состояние, скорее всего, это правильно описано, да. Именно то же самое я сейчас испытываю. Какое-то такое глубочайшее спокойствие. Расширяет, чувствуешь как? Да. Я говорю, что меня растворяет полностью. Как бы становлюсь огромным таким. В разные стороны. Потоком энергии. Да. Чистой. Такого у нас еще не было в Арго, да? Но у нас беседки не было. Беседки не было. Говоришь, там много беседок? Там много. Отлично, значит, мы не одни. Но это город. Из Конечно. Которых состоит из беседок, лестниц, зданий больше, меньше, но все они с выпуклыми куполами. Чистая энергия. Здесь есть другие, ну, я бы сказала, души, которые могут попадать сюда в медитации. Осознанно? Осознанно. Но мы знаем нашу Юту, которая поднимается и рисует картины из Арго. Конечно, есть и другие. Да, они знают это место и поднимаются сюда, наполнится энергиями в медитации. Это место, в котором мы находимся, называется на нашем языке, по-моему, небеса, да, Вера? Это город Арго. Это город архангелов, но здесь есть и ангельские души, проживающие, например, на земле, как мы, и есть и ангелы, которые тоже могут посещать этот город, но не все. Мы возвращаемся. Есть ангелы, которые приветствуют нас. Я не расслышал. Они сидят на ступеньках. Есть архангелы, которые сидят на ступеньках? Ангелы. А, ангелы. Приветствую их, Вера. Мы машем. Мы на балконе. Замечательно. Куда мы идем? Мы на балконе. На балконе. Да, на веранде, на балконе. Учитель Архангел Ханиил там? Да. Хорошо. Приветствую, дорогой учитель. Примите искреннюю энергию благодарности и любви от меня и от Веры. Рад приветствовать вас, Арго. Все, что я хотел передать, было уже озвучено. Можете посещать и наполняться энергиями позитива, блаженства, любви, уверенности, чистоты. На Земле не хватает
энергии радости на сегодняшний день. Я бы хотел передать людям, что сейчас очень много негатива, беспокойства, тревоги. Даже во снах вам приходят негативные картинки. Это потому, что простраивается будущее. И от жителей Земли зависит очень много. Вам нужно гнать от себя эти негативные мысли, беспокойства, тревоги и быть максимально уверенным, находя внутри себя радость, счастье и стараться поддерживать друг друга, понимать и вести на правильную счастливую линию будущего. Поддаваясь негативу и страху, вы простраиваете линию целой планеты. Это очень важно, так как время идет быстрее, и вы сами видите, сколько информации поступает на ваши головы каждый день. Старайтесь находить радость внутри себя и делиться им. Гоните от себя все тревоги, вы сильнее. Мы слышим вас. И со своей стороны стараемся пробить этот свет темноты. Помогите нам, неся свою доброту и радость изнутри. Только так ваше будущее будет уверенным, без беспокойства и ненужного негатива. Это все, что я хотел сказать. Дорогой учитель, я благодарю вас. Мы обязательно передадим эти слова и эти энергии дальше. Надеюсь, нас услышат люди и сделают правильные выводы. Я благодарю за это посещение. Мы благодарим вас, дорогой Архангел Ханиил. Вы можете возвращаться. И как я уже сказал, путь открыт. У вас есть свое место для наполнения. Я никогда еще не испытывал таких энергий в этой беседке. Честно говоря, меня сейчас до сих пор еще распирает. Вот. Вы не могли бы объяснить, что мы получили? Чистоту. Чистота – это слово. Абсолютная чистота. Аж дышать тяжело. Благодарю, дорогой учитель. Мы не прощаемся, мы всегда на связи. И будем возвращаться тогда в нашу комнату диагностики и к нашей работе. Посылаем этому месту нашу искреннюю энергию благодарности и любви. Мы не прощаемся, говорим до скорых встреч. Это первый раз. Со временем тебе будет спокойнее дышать от этих энергий, потому что ты научишься гармонизироваться и распределять их правильно, расширяясь дальше и дальше. Пока у тебя есть границы, которые ты установил себе сам. Стирая их, ты будешь понимать, как энергии расширяются и уходят от тебя на несколько метров, распространяясь в том месте, где ты находишься, и людям, которые рядом. Благодарю вас. Благодарю, дорогой Архангел Ханиил. Я все понял. Если уже столько убрал проблем, то и эту решим обязательно. Научимся, как этим пользоваться. Чистота – это единственный правильный путь. Благодарю вас еще раз. Прекрасно. Хорошо, Верочка. Отключаемся от этого места. И возвращаемся в нашу комнату диагностики. Полетели. Рассинхронизируй. И рассинхронизируй тебя. Пошла рассинхронизация с Арго и Архангелом Ханиилом. Реально аж дыхание перехватывало. Мы на месте. Отлично.